Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ, в студии Елеман Раимбеков. По официальным данным Минздрава, по стране зарегистрировано уже 204 заболевших казахстанца. В том числе стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в Алматинской области. Одна из них – женщина 1957 года рождения, находившаяся на карантине в провизорном госпитале Илийского района. Второй случай зарегистрирован в селе Аккайнар Жамбылского района. Девушка 1997 года рождения прибыла 20 марта из Южной Кореи рейсом Иечоу Алматы. Третья заболевшая – жительница жилого комплекса Алсаларман Красайского района 1995 года рождения. Она находится на 21-22 неделе беременности. К слову, это уже второй случай коронавируса в этом районе. Все заболевшие проходят лечение в Красайской инфекционной больнице. Глава края Амандык Баталов поручил усилить дезинфекционные меры во всех трех указанных районах, сообщает пресс-служба Аким Алматинской области. Вместе с тем официальные источники говорят о 15 выздоровевших казахстанцев. Залог успеха, залог здоровья. Угроза распространения коронавируса диктует новые правила. Применяются на практике усиленные меры защиты и в Алматинской области. Как пытаются обезопасить население власти региона, смотрите далее. Введенный в стране режим чрезвычайного положения повлиял на все профессиональные сферы. Педагогику, врачебное дело, экономику, транспорт. Не остались в стороне и 7 талдыкурганских компаний пассажироперевозчиков. Из-за снижения пассажиропотока порядка 50 сотрудников из числа водителей автобусов отправлены во временный отпуск с выплатой минимальной заработной платы. Теперь из 26 городских маршрутов вместо прежних 196 в ежедневные рейсы выходят 146. В целях защиты населения от различных вирусов автобусные компании «Акнар», «Жанель», «Транстал» и другие организовали своеобразный заслон. Помимо ежедневной влажной уборки автотранспорта, он проходит ежедневную обработку концентрированным хлорсодержащим раствором. В городе создана комиссия. Каждый день эта комиссия, в состав которой входят сотрудники санэпиднадзора, УВД Талдыкургана, депутаты маслихата, проверяют санитарное состояние автотранспорта. В конце каждой смены все автобусы проходят обязательную дезинфекцию. Более того, во время рейса на конечных остановках водители маршрутов проводят санитарную обработку всех контактных мест салона автотранспорта – ручек, панелей, поручней. Обеззараживаются все места массового пребывания людей. В приоритете многоэтажная часть областного центра. Концентрированным раствором гипохлорита натрия орошаются придомовые территории, детские площадки, тротуары и подъезды. Силами десантно-штурмовой бригады Талдыкурганского гарнизона дезобработки подверглись около 70 дворов, более 360 подъездов, 6 школ, свыше десятка государственных учреждений города. Нашими войсками проводится дегазация населенных пунктов города Талдыкурган. Людей задействовано 168 человек, что составляет 84 пар дегазационных, которые осуществляют с помощью дегазационного комплекта дезинфекцию подъездов, жилых домов и прилегающих детских площадок и так далее. 753 у нас многоэтажных жилых домов в городе Талдыкургане. И в них 2000, более 2300 подъездов, 28440 квартир. Все это охвачено будет дезинфекцией. Также прилегающая территория. К ним прилегают магазины, там, кафе, рестораны. Все эти объекты мы делаем в них наружную обработку и дезинфицируем. Поделив областной центр на секторы, власти города контролируют проведение дезинфекционных работ. Вчера микрорайон Каратал, сегодня многоэтажки 9-й площадки. А со следующей недели начнутся санитарные мероприятия в центре Талдыкургана. Власти убедительно просят горожан отнестись с пониманием к профилактическим мерам. Ведь они направлены в первую очередь на сохранение здоровья населения. Евгения Присяжная, Асет Дюсейбек, телеканал ЖТСУ. Незнание, нежелание или пренебрежение. Торговцы коммунального рынка Талдыкургана Жейруих не соблюдают элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. При этом все средства защиты, которые необходимо использовать при чрезвычайном положении по пандемии коронавируса, у них есть. В субботу коммунальный рынок Талдыкургана становится местом самого массового скопления людей. Поэтому в режиме чрезвычайного положения нормы санитарной безопасности здесь должны быть соблюдены по максимуму.
Главное требование – наличие у торговцев средств защиты. Сказать, что у продавцов нет масок и перчаток, нельзя. Однако многие используют медицинские изделия ненадлежащим образом. Здравствуйте, у вас есть антисептик? Нету, нет. Здравствуйте, у вас есть антисептик? Мое мнение надо сказать? Нету, конечно. Ребята, вы что? Нету, нету. Здравствуйте, у вас есть антисептик? Здравствуйте, у вас есть антисептик? А? Антисептик. У меня все есть. Можете показать? Сумки он, у меня далеко рыться надо там. По словам администрации рынка, разъяснительная работа с покупателями и продавцами ведется, однако дальнейшее соблюдение норм санитарной безопасности в течение дня зависит от самосознания каждого. Штрафовать мы не имеем права. У нас нет такой полномочий. Есть соответствующие контролирующие органы, типа СЭС, карантинная служба. Вот они здесь работают, они проводят такую работу. Вот. Наша задача, если он совсем не исполняет наши требования, его выводить за территорию рынка. Все, отстранять его от торговли. 27 человек мы утром не запустили. Из-за того, что они прибыли с нарушением без документов, без средств защиты. Вот. 7 человек мы по ходу вот ходили, значит, всех вывели за ворота. Вот. Но всех отсюда, значит, мы же не можем всех выгнать отсюда. Тогда вообще прекращать надо это дело. Официальная статистика взятых под карантин и даже заболевших в нашей стране неумолимо ползет вверх. Одна из причин – подобное пренебрежение нормами санитарной безопасности. Вне зависимости от каких-либо требований со стороны государства, каждый гражданин должен быть социально ответственным. И тогда победить невидимого врага станет значительно проще. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Работники санитарных постов несут круглосуточную вахту. Поддержать их спешат волонтеры. Каждый день они развозят бесплатное трехразовое питание. Благую инициативу минувшей ночью поддержали специалисты Союза работников здравоохранения СИНА. Они организовали для медиков, полицейских и санитарных эпидемиологов горячее питание, чай и печенье. Напомним, на территории областного центра выставлены 4 санитарных поста, где дежурные службы уже больше недели несут неустанную круглосуточную вахту. Огромное спасибо вам, профсоюзным организациям областного уровня, обеспечили вот горячим питанием. Мы тоже работаем во благо народа в такую погоду. То, что цените нас, берегите себя. Пришли поддержать наших коллег, и работников внутренних органов, и работников ФЭС с этим трудную минуту нашей стране поддержать, дать свой, как бы показать свою инициативу, что мы вместе. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.